Чебоксары – жемчужина России на берегу великой реки Волга. Город, знаменитый своим многонациональным колоритом, талантами и гостеприимством. Уже много веков подряд здесь с радостью встречают каждого гостя и с любовью и заботой накрывают для них большой радушный стол с национальными блюдами всех народов Чувашии. За долгие годы Всечувашский межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» стала визитной карточкой республики и одним из самых любимых мероприятий жителей и гостей Чувашии. Ведь здесь они могут не только насладиться богатой и уникальной кухней от лучших заведений и поваров, но стать гостями и участниками настоящего кулинарного праздника. В этом году гостеприимная Чувашия впервые встретит гостей в абсолютно новом онлайн-формате. А это значит, что гостей и участников станет еще больше. Ирыгун Булдархизе Приюдашсем, Сывлахсуна Дапсире Бурнеде. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые зрители! Продолжается наша кулинарный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия». И приветствую всех вас еще раз. Сейчас вы смотрите, если можно так сказать, последний выпуск первого этапа нашего фестиваля. Дальше уже состоится второй этап нашего фестиваля, он состоится 15 августа. И сегодня у нас очень интересная команда, команда, которую, если честно, лично я ждал очень долго выступления этой команды. Этот мастер-класс, он будет очень интересен, потому что сегодня у нас в гостях сборная команда Чеченской Республики. Мы очень рады вас приветствовать, гостя. Нашей гостеприимной чувашской земле представители этой команды Луиза Назимовна Накиева и Мадина Умаровна Узуева. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Я лично хочу пожелать вам удачи. Уверен, то, что вы нас сегодня удивите и сразите наповал своими вкусными блюдами. По традиции, члены нашего жюри должны тоже вам пожелать удачи. Я должен познакомить их с вами. У нас в жюри нашего фестиваля Виктория Валерьевна Веденеева, преподаватель спецдисциплин Чебоксарского техникума питания и коммерции, преподаватель первой категории. Также Николай Тимофеевич Уездный, председатель Ассоциации кулинаров Чувашской Республики, а также, уважаемые зрители, я с удовольствием хочу представить нашего почетного гостя. Это президент гильдии шеф-поваров Северного Кавказа, член жюри второго этапа нашего фестиваля Хадижат Адамовна Мавлатова. Вам тоже добро пожаловать. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, коллеги. Я очень рад, что мы встретились на чувашской земле. И я очень доволен, что вы приехали. Приехали издалека. И приехал такой почетный наш гость Хадижа Мавлатова. И я думаю, что вы нам покажете свою национальную кухню. Если сможете, время будет хватит, и вы уже подготовили нашу национальную кухню, пока можете показать. Поэтому я вам желаю ни пуха, ни пера. И, как говорится, удачи. Спасибо. Спасибо. Я передаю микрофон моей коллеге. Здравствуйте, участники. Мы рады приветствовать вас в этой студии. Желаем вам удачи и покажите все, что вы сможете. Постараемся. Хадижат Адамовна, слово вам тоже. Девочкам, пожелайте удачи. Конечно, я вам желаю удачи. Я вас уверена. И ни пуха, ни пера, как сказал Тимофеевич. К черту. Хаджамалат, вы уже почти здесь уже более, наверное, 6 часов, 7-10, наверное, часов. Как наш город Чебоксары? С утра шел дождь, и мы еще не успели посмотреть. А так, город очень интересный, в таком вот, знаете, ностальгия по советским временам сразу же. Надеюсь, мы еще увидим. Вы, конечно, прилетели в аэропорт, это часть у нас старого города, но еще центрально вы не увидели. Увидели бы центральную часть, вот по нашему каналу показывают, какой у нас перспективный, шумный, молодой, интересный и, знаете, самый мы любим, красивый наш город. Спасибо Чебоксары. Большое, Николай. Спасибо. Тимофеевич. Я уже просто хочу побыстрее начинать знакомиться с чеченской культурой и с чеченской кухней. Девушки, еще
еще раз хочу пожелать вам удачи. Вы можете Спасибо. Приступать к своей работе. Ну, а Хадижат Адамовна будет нам рассказывать, что мы готовим, да и вообще рецептуру. И у меня очень много к вам вопросов. Я с удовольствием отвечу. Мы сегодня будем готовить наше национальное блюдо чеполгаш. Это пироги с творогом. А творог мы привезли из Чечни. Потому что он у нас готовится по особенному рецепту. Ничего себе. Творог у нас соленый, твердый, как сыр. И будем готовить именно с нашим творогом. Вот Луиза уже готовит тесто, Мадина творог. А самое интересное, то, что эти пироги, после того, как их приготовили, их моют в горячей воде. Прям моют. А с чем это связано? Это технологический процесс? Почему именно такой? Это дело в том, что они, во-первых, становятся мягче, хотя сейчас многие даже просят в ресторанах у нас не мыть, а просто мазать. И вот эти остатки муки убираются, и промываем за секунды, просто пару секунд. И все прям в горячей воде. Чеполгаш, да? Да, чеполгаш. Правильно выговорил название. Это пироги с творогом, с чеченским творогом. Он отличается от нашего, ну, скажем, чуварского творога тем, что он соленый и твердый, как сыр. Как сыр, да. Консистенция такая. Готовим мы чеченский сыр, творог вы привезли с собой. Да. Ну, мука, в принципе, подходит и чувашская для этого мука, пирога. Мука, конечно, и кефир, и мука. Это уже наше все местное. Я так понимаю, творог нужно, начинку подготовить, творог нужно смешать с зеленым луком. Да. Предварительно его еще нужно тереть на терке, чтобы он был мягкий, нежный. Тесто замешиваем, в принципе, ну, традиционно, никаких... Кефир, сода, соль. Кефир. Да, на кефире замешивается, и тесто должно быть очень мягким. А мы используем на доске, как видите, большое количество муки, так как у нас тесто очень мягкое, чтобы оно не прилипало. Из-за этого потом и приходится их мыть, чтобы эту муку убрать лишнюю. Понятно. Теперь я все понял. Хадижат Адамовна, вот в Чувашии встречают почетных гостей с хлебом, с солью, с чувашским пивом. Расскажите, пожалуйста, как встречают гостей в Чеченской Республике? Какие обычаи и традиции есть у вас при встрече почетных гостей? У нас в основном встречают... У нас есть такое традиционное блюдо, основное блюдо, это жижигал наш. Это... Типа, это галушки, но готовят их в основном с сушеным мясом, сушеной колбасой, которую мы тоже с собой привезли для второго. Это интересно. Мясо, да, мы сушим сами, именно в горах 2000 метров над уровнем моря, там, где нет ни мух. Потому что там низкое давление. Да, нет ни мух, ни комаров. И сушится на чистом воздухе. И этим блюдом уже принято встречать. Да, мы в основном готовим из локальных продуктов, потому что продукты у нас чистейшие, без всяких химии. Тесто готово. Да. Что с ним? Он должно подышать, отдохнуть. Минут 10 немножко. Хотя бы отдохнуть. А эти пироги, они очень тонкие. И когда, если тесто чуть не отдохнет, оно не будет рваться, когда раскатывать будем. Про напитки. У нас пиво, чувашское пиво. Я буду так проводить параллели между Чувашской Республикой и Чеченской Республикой. Чувашское пиво славится. Что предлагают гостям в Чеченской Республике? У нас разнотравье большое. Спиртное в Чечне нет. Альпийские луга, разнотравье. Чай с медом, своим медом. Травяной чай с различными душистыми травами. Да, если честно, захотелось перенести вот, резко. У нас готовится такой лимонад на основе сыворотки, который остается после творога. Но у нас тоже есть такой напиток, называется он уйран. Это вот сыворотка от продуктов. Как называется он у вас? Просто лимонадом мы его называем. У нас морс называют, тоже ну, как понятно. Морс, да. Но мы аналогии. Туда добавляем ягоды, лесные ягоды, в основном мед, лимон.
вкусный лимонад. А какое блюдо, ну вот обычно можно отведать, ну вот что принято чаще всего готовить, ну скажем, на семейный ужин? Какое блюдо самое вот популярное в Чеченской республике? Самое популярное чеченское блюдо — это жирегалнош, как я и говорила. Вот чтобы 2-3 раза в неделю не готовили, ни в одной семье такое не бывает. Сразу на несколько дней. Да, и излюбленное блюдо туристов, которые приезжают к нам, это хингалш. Это такие же пироги тонкие, но с тыквой. У нас даже бывает такое, что турист приехал к нам и с собой заказывает 100 штук, 50 штук в ресторанах. Вот постоянно заказы, чтобы упаковали на самолет. Кусочек Чеченской Республики с собой увезти, чтобы потом тоже восхищаться. И в основном пытаются они... брелочки, там еще магнитики, а вот именно мед, эти разнотравья, сувениры. Потому чтобы... что все вкусно, ароматно, свежо и в экологически чистых местах это все выращено и собрано. У нас скот постоянно пасется в горах, и мясо оно вкусное из-за этих альпийских трав. Разогреваем сковородку, я так понимаю? Да. Суп без масла. Без масла. На сухой сковороде все это нужно готовить. Тем временем я подготовила творог, дотерла его, он стал нежнее, пышнее, он насыпал кислородом и добавила мелко нарезанный лук зеленый. А творог должен быть очень мелким, так как тесто будет у нас тонкое, чтобы не вылазило оттуда, не рвало тесто. У нас есть такая небольшая традиция. Я на правах ведущего пользуюсь как бы своим положением и хожу вот так вот, как маленький мальчик на кухне у мамы, вот так вот пробует еду, хожу и все пробую. У нас на завтраке мы все кушаем вот этот творог с добавлением домашней сметаны, домашних густых сливок, соленый творог с домашними сливками. Попробуем чеченский творог. Он на самом деле... интересный вкус, потому что, ну, как бы соленый творог, это очень интересно. У нас просто нет такого, соленый творог с зеленым луком. Он такой еще твердый, у него консистенция такая, как тягучая такая. Я думаю, пироги на его основе тоже будут такими же вкусными. Хорошо, попробуем. Большую ложку свою я еще оставлю при себе. Думаю, еще пригодится что-нибудь попробовать. И после того, как мы их промываем, будем смазывать топленым сливочным маслом. Разогреть надо масло. Формируется все вручную, я так понимаю, пироги? Да. Как вы видели, мы вообще не замешивали, тесто чуть-чуть собрали. Да, я думаю, через камеру видно будет, можно снять крупным планом. Даже не трогая это тесто, чисто по внешнему виду, видно, что оно такое пышное и очень мягкое. Его нужно поднять температуру. Погорячее, да, чтобы была сухая, горячая сковорода. Хорошо. Дальше про чеченскую кухню. Продолжаю расспрашивать, задавать вопросы. Вы не удивляйтесь, что я задаю много вопросов. Просто хочется познакомиться поближе с чеченской кухней и культурой. Какое блюдо обычно готовят по большим праздникам в чеченских семьях? Часто, как и обычно, модерн. Ну да, сейчас уже более современно все, да. Но без чеполка хингалш ни одно мероприятие не проходит. Вот, у нас они... да, уже как бы хингалш, они как и десерт считаются, они сладкие. А туда добавляется чебрец, горный чебрец, который также мы на альпийских лугах собираем, перемалываем, сушим. И вот, у нас очень мало специй использовали в старину. Это только черный перец и чебрец. Больше не было. Это часто все используемо в те времена. Ну да, да. Но с чебрецом я знаком. Чебрец у нас тоже растет в Чувашии. Чай с чебрецом очень душистый, ароматный и очень вкусный. А вот уже собираем. Да, мы собираем пирог, раскатываем немножко, кладем туда начинку и обратно собираем. Да, потом будем раскатывать. А, потом будем раскатывать. Потому что руками просто вот так вот разложить туда творог.
Обратно собираем и раскатываем. И он получится тонкий, как лепешка. Все, я все понял. Я лично люблю, когда они не слишком тонкие. Угу. Когда они слишком тонкие, и творога мало, естественно. Чтобы творог угу. был чуть-чуть толстый, они я вкуснее. Понял. Но как-то было такое, что в Македонии на международном чемпионате, ага. ну я как судья уже не имею права соревноваться. Ну да, да. И мы решили баттл между судьями провести, и каждый должен был приготовить свое национальное угу. блюдо. Но я отказывалась, там такие именитые шефы, которые знают, если куда мне. Ага. Нет, не пришлось. И я вот эти хингалш именно приготовила. Угу. Ну, думаю, хотя бы в тройку лидеров. И в итоге да, голосовал, первое место. Да. Голосовал простой народ, который пришел. Понятно, да. И каждый закидывал в этот... Голосование да, устроили, голосование. И в итоге среди шеф-поваров, членов жюри, вы заняли первое место. Да. Ну, это... Это хингалш наш заняли. Теперь я жду это блюдо еще сильнее. Не вот этот с творогом, с тыквой, который... Все, понял. Это 15-го. Тогда я жду второй этап. Я второй этап жду поскорее уже. Мы используем всю начинку и все тесто. Сколько примерно у нас получится штук? 3-4? Там 5-6 получится. О, даже так? Да. Ой, Саня, сковородка маленькая. Угу, вот. Мы привыкли вот таких сковородках печь. Ага, понятно. Рука уже набита на такие эти. Вот он. Сковородка маленькая просто. Ну, да, сковородка немного маленькая. Ну, я думаю, что это не помешает нет, нам насладиться в полной мере просто этим блюдом. Просто когда большая, ну, форма лучше будет, а так вкус понятно. Не поменяется. Угу. Мы обычно оставляем тесто на час хотя бы отдохнуть. Угу. Тогда оно вообще не рвется. Я думаю, для нас, людей, которые ни разу в жизни не пробовали чапалгаш, в принципе, и такой чапалгаш подойдет, мне кажется. Мы и им сможем насладиться в полной мере. Я чуть добавила. Они должны обжариваться на быстром огне, а не так, как они тонкие, быстро обжариваются. Какая красота! Да, давайте я уберу. А, это для готовых. Все, я понял. Вот нам принесли большую сковородку. Большую сковородку в студию! Уже следующий будем большой печь. Спасибо. Уважаемые зрители, пока мы все это готовим, пока все это готовится, весь процесс очень красиво идет. Я хочу еще раз вам напомнить, уважаемые зрители, все те, кто нас смотрит, что наш фестиваль проходит в несколько этапов. Первый этап, собственно, заканчивается сегодня. Сборная команда Чеченской Республики выступают последними. Но впереди еще один этап. Этап номер 2. Он состоится 15 августа. Это уже будет этап, который будет в другом формате. Если в первом этапе команды, участницы демонстрировали, проводили мастер-класс, демонстрировали, как правильно готовить национальные блюда, то второй этап уже каждая команда будет проводить некую такую презентацию. Не просто готовить, а уже приготовленный, сервированный по всем правилам национальной кухни, будет презентовать этот стол, рассказывать, какое блюдо, как называется, как готовится, какая легенда связана с этим блюдом. Ну и все в этом роде. Все это тоже в формате ТВ-шоу. Вы можете посмотреть все это онлайн, в интернете. Обязательно заходите на наш сайт. Гостеприимная чувашиякухня.рф. Ну и подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграме nationalfood21. Очень много всего там интересного, в том числе и как бы кухня нашей кухни, закулисье. Поэтому обязательно заходите и следите за нами именно я там. Я сейчас накрою, чтобы они не остывали. Угу. Вот
теперь и тонкая будет. Какая большая сковорода. Настолько большая, что сковорода даже свистит немного, такие интересные звуки издает. Все, сковорода нагрелась. Мы накрыли уже готовые, чтобы они не остыли. Не остыли. Теперь уже видите, какие они тонкие. Да. Вот да, именно видите? Большая сковорода нужна. Поэтому на большом огне они быстро нагреваются. Нормальный размер. На чем доехали в Чебоксары? Или вы прилетели? Прилетели. До Москвы, с пересадкой. Погода у нас, конечно. Вот, я хотел... Какая у вас погода? Почти 40. Очень жалко, что Чебоксары, Чебаши встретили у вас дождливые погоды. У вас там почти 40 сейчас. Да. Наоборот, мы радуемся этой погоде после этой жары. Ну да, наверное, приятно. Вот так, теплый такой летний душ после такой жары. Обязательно, да, сходите, погуляйте по нашему... Вы первый раз в Чебоксарах? Да, первый раз. Обязательно погуляйте по Чебоксарскому заливу. Ну, я думаю, Николай Тимофеевич устроит для вас культурную программу и знакомство. Если бы не эти проблемы с вирусом, мы хотели на столетие к вам приехать. Да. Ну, собственно... Выкручиваемся из ситуации, да. Я уверен, будут еще поводы, Николай Тимофеевич, да, чтобы собраться уже и насладиться всем этим фестивалем в полной мере. Мы обычно делаем на чугунной сковороде. И, наверное, это сковороды, которые передаются из поколения в поколение. Да. Вот это вот, где уже сам чугун пропитан всеми этими вкусами. А старинно у нас их делали в дровяных печах, прям в печи делали. И я помню, бабушка всегда их в печи делала. Печенье совсем другие, ну, конечно. Наверное, да. И бабушкиными руками, тем более. Это особенный вкус, непередаваемый вообще, никак не словами. Только одни эмоции. Может, это лучше? Это уже готовый чапалгаш. Его нужно будет... Подгорает, да, немножко? Да. Просто сковорода новая. Да, у нас. Еще не отработавшая. Да, мы лучше тот поставим. Может, вернуть старую? Да, старую. Прибирает там. Забыли принести с собой сковородку. Чугунную, бабушкину. Очень быстро собирались в Чебоксары и забыли самое главное. Мы же за 2 дня только узнали. Да. Ну, очень приятно, что вы все-таки приехали, доехали до нас, к нам, и представляете свою республику на нашем фестивале, и даете нам возможность познакомиться с культурой и с чешской кухней. Меня дети постоянно спрашивают, мам, как ты их моешь в этой воде, в кипятке прям? Руки-то привыкли уже. Ну да, тут как бы неопытному человеку это, я думаю, очень опасно, может быть, даже страшно все-таки в кипятке это ошпаривать. Но сейчас посмотрим, как вы это делаете. Ну, здесь шоколад. Еще тесто тоже у нас не отдохнуло, поэтому рвется, но хотя бы час должно отдохнуть. Ну, да. Выкручиваемся из положения как можем.
Хадижат Адамовна, хочу немного узнать об гильдии шеф-поваров Северного Кавказа. Сколько шеф-поваров состоит в этой гильдии? Какие основные цели этой организации, так скажем? Как говорится, мы повара, законодатели кулинарной моды. Задача объединить профессионалов, что мы за 2 года существования нашей гильдии уже более 400 поваров нашей гильдии. Я думаю, это уже большой результат. Я также являюсь президентом Ассоциации гостиниц и ресторанов Северного Кавказа. И как бы и рестораны сотрудничают, повара с этих ресторанов. И также в нашу гильдию входит ваш Николай Тимофеевич. И много поваров как с Кавказа. Не только с Северного Кавказа. Кавказ, не только с России. И даже из других государств. Да. Задача сохранить традиции, да, рецепты, может быть, как-то преподнести какие-то даже, может быть, новшества. Обязательно. Новые. Очень люблю стиль фьюжн. Фьюжн – это смешивание кухонь разных народов, такое свободное направление кухни именно с нашей кухней. С национальной. Ну да, наверное, это очень интересно получается. Да. Вместо творога использовать пармезан, шпинат, это уже как бы фьюжн. Да. Ну и вкус, конечно, совсем другой, наверное, получится. Да. Но лучше. Ну, тут уже кому как. Наверное, кому-то нравится оригинал, а кто-то. Оригинал, вот, бесспорно, всегда нравится. Но иногда не зря для разнообразия. Блюда, да. Ну да, не зря же эти блюда веками да. готовят, как бы, наверное, из-за того, что оно очень вкусное. Просто мы привыкли, у нас газ и на газу. На открытом огне, да. На открытом огне. Уже 3 штуки готово. Да. Ждем. Еще 2 штучки и все. Мадина, могу я узнать у вас, какое блюдо вы считаете своим коронным блюдом? Какое блюдо получается у вас лучше всего? Из национальной кухни вы имеете в виду? Да, давайте из национальной кухни. Я это покажу на 2-м этапе. Небольшой секрет и призыв к зрителям, чтобы они смотрели обязательно 2-й этап. Ладно, хорошо, сохраните свою маленькую тайну. Я думаю, что уверен, что нас смотрят ваши соотечественники и зрители из Чеченской Республики. Очень рады видеть вас в нашем фестивале. Расскажите немного о том, где вы родились именно, в каком населенном пункте. И мы передадим сразу туда небольшой привет, чтобы им было приятно. Я родилась в селе, сейчас его переименовали, Ахмат-Юрт. Переименовали в честь нашего первого президента Ахмат Хаджи Кадырова. Я односельчанка нашего президента. Серьезно? Ничего себе, с какой знаменитостью мы имеем дело. С этого села родилась, выросла там. Всем большой привет. Сейчас живу в городе Грозный. Всем привет. Да. Республика Чечня у нас на нашем фестивале. А вы, девушки, рассказываете тоже, Мадина? Я являюсь уроженкой села Валерик. Там еще приезжал Лермонтов. Стихотворение про наше село родовое. Живу в центре города нашего, Грозного. Тоже передаю привет там всем. Да, передаю привет всему своему коллективу. Всем своим родным и близким. Просто привет. Луиза, я вам подставлю микрофон. Луиза тоже всем передает привет. Не отвлекайте Луизу. Спасибо нашему Минтуризму, который поддержал нас в поездке. Спасибо Министерству туризма Чеченской Республики за помощь в организации поездки сборной команды Чеченской Республики на наш фестиваль. Мы вам очень благодарны. Лично я вам благодарен за то, что я сегодня попробую настоящий чепалгаш. Личная благодарность от меня, от ведущего этого фестиваля.
А вот на таких фестивалях, на таких конкурсах, я так понимаю, с нашим Николаем Тимофеевичем вы встречаетесь не в первый раз, и да, вы хорошо с ним знакомы. Он угощал вас когда-нибудь какими-нибудь чувашскими блюдами? Вы знакомы с чувашской кухней? Не очень знакома. Так рассказывал он все время про вашу кухню. Мы же встречаемся за границей, ну, а да, там не там вариант. Не до этого, как бы. Понятно. Хорошо. Мы же судим, ну, да, не готовим, да, с вами. Да, да. А так все время рассказывать, он говорит, вот чуваши, чуваши, только, говорит, вот Чеченская республика, чуваши, говорит, видите, говорит, даже, говорит, все время он это повторяет. ЧР, да, да, да. Я же мастер-шеф, кондитер Чувашской республики, вон, Тимофеич меня наградил. Совсем чуть-чуть еще, я так понимаю, еще мы один, уже, все, можно сказать, на финишной прямой. Нужно чапалгаши промыть водой и полить сливочным маслом. Да. Смазать. Топленым сливочным маслом. В современной кухне уже никого не удивишь. Это уже как да, бы... Конечно. Да, конечно. Если блюдо веками передается, значит... Собственно, одна из целей нашего фестиваля именно такая, чтобы рассказать, да, нашим, да, зрителям, что национальная кухня, она очень вкусная. Она может быть, конечно, показаться кому-то немного простоватой из-за не такого большого выбора ингредиентов, но... Надо сначала попробовать. Да, все, все, все самое, да, вкусное, верно, это самые простые, опять-таки, блюда. Опять-таки, повторюсь, не зря же годами, веками готовят эти блюда, их же почему-то начали свое время готовить и продолжали свое время готовить. Все из-за того, что это все очень вкусно, самое главное, доступно, из доступных продуктов, из продуктов, за которыми не нужно ехать в другую страну, так скажем, или далеко-далеко, чтобы приготовить то или иное блюдо. Все свое, все родное, локальное. И из этого всего можно приготовить вот такие вот вкусные, местами даже очень изысканные блюда. Поэтому в этом я с вами согласен, да. Еще один чапалгаш, и потом уже будем мыть. Сервировка. Мыть, смазывать, как и подавать. Как меня в Македонии народ собрался, говорит, вы что, их купаете, что ли? Я говорю, да, купаю. Ну, да, если честно, наверное, да, это со стороны может показаться странным, потому что, ну, я, по крайней мере, ни в одной кухне мира не знаю такого процесса, как мойка готового блюда, как бы... Ну, сейчас результат увидите. С удовольствием на это посмотрим. Еще раз давайте повторим рецепт для наших зрителей. Тесто делается из муки... Кефира. Сода-соль. Без яиц. Да. Мука, кефир, сода-соль. Начинку мы делаем именно из чеченского творога. Смешиваем его с зеленым луком, протираем через терку, чтобы он был мелкой консистенции. Формируем, ну, такие, ну, что скажем, пирожочки. Желательно тесто на час оставить, чтобы отдохнуть. Оставить тесто на час обязательно, чтобы оно стало мягче. А мы даже в ресторанах на ночь делаем и... Уже на следующий день, чтобы подавать это блюдо. Да, даже лучше. Потом, ну, начиняем, раскатываем обязательно, чтобы получился как бы вот такой вот ровный слой. И все это нужно обжаривать обязательно на сухой сковороде. Потом уже, после обжарки, если у вас получится это сделать, и если вы захотите повторить этот рецепт дома, его нужно промыть под горячей водой, чтобы смыть лишнюю муку. Вот. А потом... Нужно, тем временем мы а потом нужно смазать это все топленым сливочным маслом. Ну, максимально. Даже от мечты. Нет, ну максимально. Есть. Собственно, сейчас мы греем вот горячую воду для этого, да. А еще один, если у вас нет такой твердого творога, как у нас, просто добавьте в творог желток. Желток. Да, чтобы он вообще. И получится, ну, примерно. Ну, подобие. Подобие.
реплика на чеченский творог. Так. Ну, пахнет уже очень аппетитно и очень вкусно. Уже, мне кажется, можно пробовать. Да, еще будет вкуснее. Сейчас они будут еще вкуснее. А нужно ли подавать это блюдо, я не знаю, со сметаной, там, допустим, да, с вареньем, с джемом, да, со таким? Сметаной подаем. Подаем именно домашние сметаны, с густыми домашними сливками. В которую ложку вот так вот кладешь, да, и она стоит и не падает. Вот именно. Кто-то, если кто-то любит сладкое, можно, я думаю... Сладкие у нас эти. Все. Фингалс. Да. Закипай. Да, можно уже возьмем, закипает. Вода у нас закипает. И сейчас горячая, самый интересный процесс. В горячей воде. Вот так это происходит. Смазываем все это топленым маслом. Растопили масло, да. Мадина и Луиза своими теплыми нежными руками, да? Потому что готовится все с любовью. И любовь растопила это масло. Очень горячее. По одному и тому же рецепту, когда вы готовите, у каждого человека свой вкус получается. Я когда дома, я это самое. Стараюсь девочек научить готовить. И стою рядом, диктую им, как что делать. Прямо не отхожу, и они готовят. Когда пацаны приходят, они говорят: мам, почему ты не ты приготовила? Хотя по тому же рецепту. Они знают, что готовила. Да. У каждого какой-то может быть свой еще секретный ингредиент какой-нибудь. Детей не скрываю свои ингредиенты. Просто, видимо, человека зависит. Но при приготовлении блюда там же как бы все играет важную роль. Потому даже что я время... знаю, те же блюда у бабушки, когда они готовят, совершенно другой вкус. Да. Хотя без всяких специй, они просто готовят, но это вкуснее. Да, согласен. И заключительный чипалгаш. Помыли. Намазали, обмазали. Как же это все вкусно, аппетитно выглядит. А пахнет еще вкуснее. Очень ароматный запах. Да, топленое масло, оно само по себе очень ароматное. А тут еще и творог, это вкусное тесто. Все это обжаренное. Можем ли мы приглашать наше жюри на дегустацию? Сейчас, еще не готово, еще все, финишная прямая. Переложим совсем немножко. В тарелку. Уважаемые зрители, еще раз вам напоминаю, сегодня, сейчас, в данный момент у нас идет выступление, мастер-класс сборной команды Чеченской Республики. Мы готовим чипалгаш, это национальное чеченское блюдо из творога. И... Вот когда и большой любви, да? Да, к нам приезжают туристы. Всегда удивляются нашим порциям. Они большие. 350-400 граммов кусок мяса везде. Ешьте! Приятного аппетита, да? Но это да, у всех народов по-разному. И рядом 500 грамм галушек еще. Больше килограмма каждое блюдо. Туристы могут съесть четвертинку. Они разные блюда заказывают, думают, что... Ну, по чуть-чуть, да, принесут. Да, и да. Современная кухня, она как и должна быть, маленькими порциями. Они думают, что и национальная такая, заказывают, потом смотрят, и это все нам такие сидят. Это на всех, типа, или мне одному? Да, да, сейчас всегда спрашивают, это на всех. Вот, можем приглашать теперь. Можете приглашать жюри. Ну, Николай Тимофеевич, Виктория, настало время для дегустации. Вот оно, вкуснейшее национальное чеченское блюдо. Я для начала хочу показать его нашим зрителям. Для начала мы вот так. Вышла из пиалки. Крупный кадр.
чтобы все наши зрители его увидели обязательно. Покажите, нам маленькую пиалочку. Сфотографируйте любую еду современное время. Нужно сначала сфотографировать, да, выставить в интернет, а потом уже это съесть. Все очень просто. Ингредиенты: мука, кефир, творог чеченский. Нужно это все обжарить, потом же помыть, смазать сливочным маслом. Очень все это вкусно. Итак, Николай Тимофеевич, Виктория. А нужно есть руками или приборами? У нас обычно едят руками. Угу. Ну, уважаемые зрители, уважаемые гости, вы знаете, вот я сидел, наблюдал, как готовили наши специалисты, наши коллеги, и я вспомнил детство. Это наше тоже чувашское блюдо. Это называется эгерч. Большая печка у нас была. Тоже так же замешивали. Вот. И печка горит большая, и эти берет мама моя такие горячие угли и замешивала почти, ну, без творога. Оно называется эгерч. Тоже без такие творога. Же, да, без творога. И она быстро тоже так же делала. Я сразу думаю, что-то понятно здесь, что-то у нас родное в Чеченской Республике. Оказывается, то, что блюдо здесь добавляет соленый творог. А мы без творога. Называется это эгерч. Ну вот, вот очередное так... доказательство, да, того, что наша культура не так уж сильно отличается. Она не только, мы дружим с вами очень давно, и дружим в тесном, как говорится, сотрудничестве по кулинарии. Угу. А я хочу сказать тоже, и блюдо чеченское, как раз они изготовили так же, как наше национальное блюдо. Угу. Низкий поклон, девочки, и вам низкий поклон. Я очень рад, то, что вы приехали и показали то блюдо, которое нас радует. Угу. Спасибо большое. Как у нас говорят, гозяев, приятного аппетита. Абат тутла пудр, ответим мы вам тоже. Приятного аппетита. Николай Тимофеевич, хватит разговоров, приятно, давайте, дегустируйте, пробуйте. Я возьму и мы там продегустируем. Не против? Нет, конечно. А я сейчас возьму и прямо сейчас продегустирую, чтобы сразу же поделиться своими эмоциями, ну, с нашими зрителями. Я руками. Вижу эмоции наши. Виктория. Это очень вкусно, такой прям нежный. Ну, это пирог же, да, получается? Да. Очень нежный. Это просто невероятно, на самом деле. Спасибо. Я буду просто молча есть. Ешьте на это здоровье. Очень вкусно. Это такое сочетание нежного сливочного вкуса творога. Сразу резко чувствуется вкус топленого масла, очень вкусного. Но топленое масло — это отдельно, как бы, очень вкусно. А тут еще нежнейшее такое тесто мягкое. И все это вместе. Это все, мы заканчиваем наш выпуск, потому что, уважаемые зрители, закончился. Я сейчас проглочу сначала, даем. Невероятно вкусно. Уважаемые зрители, подходит к завершению первый этап нашего фестиваля. Второй этап состоится 15 августа. Обязательно следите, смотрите, все будет в интернете, онлайн-трансляция, там будет еще интереснее. Только что свое выступление завершила сборная команда Чеченской Республики. Спасибо вам большое, девушки. Спасибо вам. Очень все вкусно. Мы с вами познакомимся еще поближе на втором этапе. Расскажем еще больше о чеченской культуре, о чеченской кухне. И вас уже познакомим с чувашской кухней и с чувашской культурой. Так что увидимся, уважаемые зрители, до 15 августа, до второго этапа. До новых встреч. Чебер Юлар. Чебоксары – жемчужина России на берегу великой реки Волга. Город, знаменитый своим многонациональным колоритом, талантами и гостеприимством. Уже много веков подряд здесь с радостью встречают каждого гостя. И с любовью и заботой накрывают для них большой радушный стол с национальными блюдами всех народов Чувашии. За долгие годы Всечувашский межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия»
стала визитной карточкой республики и одним из самых любимых мероприятий жителей и гостей Чувашии. Ведь здесь они могут не только насладиться богатой и уникальной кухней от лучших заведений и поваров, но стать гостями и участниками настоящего кулинарного праздника. В этом году гостеприимная Чувашия впервые встретит гостей в абсолютно новом онлайн-формате. А это значит, что гостей и участников станет еще больше. –